Цемент, песок и глина – стандартная смесь для заливки полов. После нее на ровное основание напольного покрытия кладут линолеум или плитку. Капитальный ремонт хирургического отделения Одинцовской больницы продолжается. Приступили к работам по замене несущих конструкций. Это у нас 5-й этаж, там необходимо поднимать плиты покрытия в связи с увеличением высоты потолков, перекрытий. И, соответственно, также у нас работы по подвалу, это замена плиты подвала и понижение грунта. После ремонта палаты станут комфортнее, в каждом не более 4 человек. Появится пристройка приемного отделения для плановой госпитализации. Установят аппарат МРТ, 2-й в округе. Оборудуют отдельные помещения для компьютерной томографии. Прием пациентов в хирургическом комплексе возобновится в первом квартале 2025 года. 350 человек за смену принимают 15 специалистов поликлиники в Старом Городке. В мае этого года здесь начался капитальный ремонт. Сейчас на 2-м этаже медучреждения идут общестроительные, электро- и сантехнические работы. На данный момент готовятся входные группы сзади и спереди. Устанавливаются поручни для людей с ограниченными возможностями. Вот. На данный момент ждем поставку материалов, чтобы ускоренно закончить наш ремонт. Пока готовность объекта составляет 50%. Подрядчик обещает нарастить темп и исправить выявленные недочеты. Ход работы глава округа будет держать на личном контроле. Карина Еряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».